Когда во Франкфурте в прошлом году Audi представляла новую модель A3 в концептуальном варианте, это был седан с четырьмя дверьми. Но серийная машина, представленная здесь, в Женеве, это традиционный, привычный нам трехдверный хэтчбэк. Глядя на новую трешку, можно подумать, что это рестайлинг, а не новая модель. Габариты почти не изменились, машина лишь чуть-чуть подросла во всех направлениях. Новые фирменные фары, но силуэт тот же самый. Однако под листами металла это совершенно новый автомобиль. A3 это первая машина, построенная на модульной платформе по архитектуре, которая предполагает сборку машин, конструирование машины из блоков. Блок переднего модуля, блок пола, блок задней подвески. У A3 это кубик из поперечно расположенного мотора с переднеприводной трансмиссией и задней рычажки. Точно такие же кубики получит и будущий Golf, но именно Audi первая машина. Базовым станет четверка с турбонаддувом объемом 1,4 литра. Она развивает 122 лошадиные силы, но на этой машине другой турбомотор объемом 1,8 литра и мощностью 180 лошадиных сил. Еще будут дизели двухлитровые и объемом 1,6 литра. И, конечно, другие бензиновые моторы. Но пока трешка выглядит именно так.